Вас опять беспокоит геморрой? Тогда пора бы уже обменять свои старые скины на красивые пушки, используя сервис Loot Farm. Моментальный обмен... Люблю бутерброды с колбасой. ...вещей из CSGO, PUBG и Dota 2 с огромным выбором. Низкая комиссия, удобный поиск и внутренний баланс для выгодного обмена. Заходи, используя ссылку. Говно ли бесплатные игры? Весьма щепетильная и спорная тема. С одной стороны, мы имеем донатные помои от мира MMORPG и до безобразия уродскую индустрию инди-игр, а с другой, такие успешные секс-символы игрового мира, как Dota 2 и танки. Вы наверняка возразите и скажете, что эти игры просто хуеманское пиздобратье. Может быть и так, но... вообще да, так оно и есть. Но ведь на этом жизнь не заканчивается, верно? И проблема все еще остается открытой. Вам, наверное, интересно, что же меня сподвигло искать ответ к такому нелегкому вопросу? Да я просто на днях читал свой гороскоп, если кто не знал, по гороскопу я петух. И там вот мне сказали, что звезда Бетельгейзе в созвездии похотливых гомосеков указывает на то, что мне стоило бы заглянуть в глубины своего сознания и избавиться от тяжелого душевного груза. А фри-то-плей игры — это моя давняя дилемма. Давайте признаемся, когда мы видим что-либо с пометкой «бесплатно», например, красный, как моя жопа после BDSM-сессии яблоко, красивое такое, аж не терпится отведать кусочек. Сразу же чувствуется подвох, не правда ли? Будто развернешь его другой стороной, а там опа, Кирилл Сочный опять про свежесть поет. Освежи меня, дай мне свежесть, дезодорант весь истрать ты на меня. Но я попробую в этом разобраться. Начинаем дегустацию. Survarium FPS-шутер, который с 2015 года находится в раннем доступе. Не учитывая 20-минутной загрузки, запуск игры прошел гладко. Внутриигровой лаунчер с магазином, ага. Купи пушку за $30 и сможешь убивать всех с одного выстрела. Ну, классика, я бы сказал. Меню вселяет надежду на интересный геймплей, и обучение было действительно курьезным. Я услышал красивый, словно песнопение соловьев по весне, родной украинский язык. Мужик сказал мне помацать под матрацом. Я помацав, знайшов обрез и вышел из хаты. Дошел до аномального лису. Что в свою очередь было, конечно, незабываемо, но еще лучше оказалась первая встреча с врагами. Разработчики, видимо, очень любили поигрывать в сталкера и наворачивать маслины. А вот мое любимое, убиваю я, значит, бандита, и его кореша говорят. Довольно жизненно, согласитесь, ну кто так не говорил на похоронах своего деда? Показывают, как работают аномалии, как я понял, они в этой игре чисто, чтобы добавить атмосферности. Да-да-да, вот именно с такой интонацией разговаривают бандиты и криминальные авторитеты, подтверждаю. Закончилось обучение, и меня впустили в игру. Здесь есть несколько разных режимов, но по сути это все обычные перестрелки. Ставлю поиск игры, здесь он работает как в CSGO, и значит пишу я в чате. Привет, пацаны, я адский дрочила. И мне вместо оскорблений отвечают красавчик дрочила. Понимаете, это уже лучше, чем Dota, просто потому что здесь дружелюбная комьюнити. Спустя полторы минуты находит карту Тараканевский форт и начинается геймплей. Около получаса я бегал по карте и перестреливался с гандонами. Вот вам мой самый успешный момент. Крысу просто уничтожил молодых, неопытных игроков. После минуты пятой стало очень скучно и однообразно. Я, конечно, победил, даже занял третье место, но все равно это не стоит того, чтобы играть. Жаль, что они вот так проебали талант мужика, который озвучивал на украинском. Спасибо, Восток Геймс, за неплохой такой хуй в рот, всегда приятно почувствовать вкус залупы. Дальше я решил попробовать запустить представителя анимешных MMORPG — Критика Онлайн. Вообще, большинство бесплатных игр на самом деле не бесплатные по своей сути, ведь почти все из них мультиплеерные и имеют внутриигровые покупки, которые влияют на геймплей. По-другому игра просто не сможет окупиться, так что если вы видите такую пометку, то знайте, что скорее всего вам хотят нассать в рот. Но так как я и не против, пожалуй, запущу. На этот раз игра встречает нас хардкорной рок-заставкой. Да-да-да, я смотрю аниме, именно поэтому я крутой и могу набить тебе ебало. Создал, значит, я свою тёлку. Попробовал изменить разрешение экрана и... Опа, молодой человек, вы недостаточно задонатили, чтобы играть без вылетов. Я все же начал игру. Скажу сразу, что геймплей мне очень понравился, особенно боевая система. Просто бомбезно, согласитесь. А для любителей тесного контакта есть еще и ближний бой. Наверное, драки с боссами должны быть более зрелищными, да? Ну, как сказать.
Довольно. Давайте поговорим по душам. MMORPG — это один из самых низкопробных жанров, ведь вся суть игры состоит в том, чтобы вечно фармить и подымать уровень, параллельно выполняя банальные квесты, написанные обезьяной-сценаристом в контексте неинтересного сюжета на уровне «Мир окутала тьма, и мы должны ее развеять». А максимальное социальное взаимодействие, на которое вы можете рассчитывать после 2 месяцев симулятора адского дрочилы, это «Ого, вот это у тебя уровень высокий, как ты прокачался?» Или «Чувак, на наш клан гонят какие-то петухи, пошли пвпшиться». И не зря во всех MMORPG персонажей телок делают такими смазливыми и шлюховатыми, с возможностью рассмотреть рельеф трусов, ведь основная масса игроков дрочила не только в игре, но и в реальной жизни. Причем настолько отчаянные, что готовы мать родную продать, лишь бы Лерочка их в друзья добавила. Я вот, признаюсь честно, тоже играл в MMORPG, а именно в Lineage 2, и у меня было такое время, когда я намеренно прикидывался телкой, ну знаете, такая женщина с сюрпризом. И достаточно было только того факта, что я телка и говорю с ними, чтобы дрочуны отдавали мне все свои шмотки. Все свои кровью и потом заработанные адены, которые эквивалентны 2000 рублей, они готовы отдать, лишь бы почувствовать любовь через монитор. И они никогда не догадаются, что все это время Настенькой был 20-летний жирный ублюдок, который водился с ними только ради денег. Любовь действительно жестокая штука. Сейчас я жалею о том, что так делал. Еще более убогий уровень — это игры по типу Love Beat, где нужно танцевать под ритм музыки и, собственно, в такой обстановке заводить знакомства. Больше ущербный инкубатор маленьких девочек и отчаянных педофилов найти очень трудно. А вообще, я хочу сказать, какие нахер танцы? Чтобы подцепить тёлку в наше время, достаточно просто подойти к ней, схватить за жопу, сказать «Потанцуй на моем хуе, киска!» Ну и начать мастурбировать. Вроде ничего сложного в этом нет. Знаете, я вот сам недавно подхожу такой с микрофоном к бабе и говорю в стиле рэп. Зайка, иди ко мне, пососемся, сейчас я тебя возьму прямо здесь, схвачу тебя за шмоньку, посвящаю тебе эти строки фристайла, милая моя, давай потрахаемся. Ну и она, естественно, клюнула на такой подкат. Вечер был в шоколаде, а жизнь просто сказка. Пацаны, пользуйтесь, пока не забанили. Последняя аниме-игра — это Sakura Clicker. Конечно, кликеры — это довольно популярная забава, но играть в такое приходится только если ваша жизнь настолько дерьмовая, что вы хотите просто убивать время. Что, кстати, вполне вероятно, раз вы смотрите мое видео. Так что это, конечно, спорный вопрос, но я настоятельно рекомендую избегать подобную парашу в своей жизни. С таким же успехом можете просто головой об стол биться, если вам делать нечего. После такого непотребства я долгое время пытался найти что-то хорошее на свалке бесплатных игр, и мне удалось обнаружить вот этот экземпляр. С первого взгляда это типичный унылый шутан, но конфуз в том, что его разрабатывала армия США. Да, именно вот этот мужик занимался разработкой. Игра сделана более чем добротно и ни разу не вылетала, в отличие от всех предыдущих, которые были в видео. Также стоит подметить, что в нее действительно играют 40-летние американские военные. А сейчас я покажу вам свой лучший и единственный фраг. Думаю, ознакомиться с этой хуйней стоит только потому, что это редкий случай, когда игра изначально задумывалась как бесплатная и без доната, ведь она профинансирована правительством для того, чтобы увеличить интерес населения к профессии убивать людей. Интересное культурное явление. Вот бы было пиздато, если бы у нас в стране сделали что-то подобное, чтобы привлечь внимание к важной профессии, например, к работникам скорой помощи. Спасать жизни не зашкварно, если ты... адский реаниматор. Похоже, ваш муж сдох. Залезай в мою скорую, шлюха. Я вспомнил об еще одной очень увлекательной инди-игре — Spooky Mansion. Вообще, я ненавижу хорроры и проходил я ее крайне неохотно, но все равно это оказалось весьма занятным. Суть в том, что нужно пройти 1000 комнат, в которых тебя ждет блядимудинный пиздопроеб. Поначалу скримеры безобидные. Но потом начинается... А, впрочем, не буду спойлерить. И напоследок, наверное, моя целевая аудитория этого не поймет, но мне нравится Shadow Warrior 97 года. Молодежь на генном уровне отвергает игры, выпущенные в 20 веке. Знаете, как вампиры, которые выходят на солнечный свет и такие... Вот и они, когда видят такую игру, реагируют так же. И при этом играют же в Майнкрафт, ведь эта стилистика такая, пиксели себе в сраку совать, но я не осуждаю. Просто хочу сказать, что по крайней мере поиграть в это более чем стоит. У меня до сих пор горит жопа от того, как сложно ее пройти, я где-то час потратил, чтобы понять, как преодолеть первый уровень. В любом случае, если вы помните это видео и все еще не осилили пройти оригинал 97 года, можете смело называть себя опущенным лохом. Вот и все, пока что ответ неоднозначный. Так, уважаемые зрители, если тут будет много лайков, да-да-да, мать родную продам за лайки.
Так вот, если тут будет много лайков, то я запилю серию роликов, где я на себе буду тестировать мир бесплатных игр. А у меня их в запасе очень много. Я ни в коем случае не лайкодрочер, но готов постоять на коленях, если вы поставите лики и напишите комментарий: «Ой, какое чудесное видео! Познавательно, смешно и интересно, а парень красивый-то какой!» Что ж, ссылки на все игры из видео в описании, а оставайтесь на линии, ваш просмотр очень важен для нас.